Я знаю, люди хотят конкретных каких-то вещей. В целом, если брать, какие отрасли я оцениваю очень позитивно, это прежде всего кибербезопасность. Кибербезопасность очень долгое время будет оставаться еще на пике. Я пока не вижу конца края, потому что мы больше все идем в онлайн, мы все больше идем в интернет, а узким горошком интернета является безопасность. Поэтому кибербезопасность, я бы сказал, оборонные предприятия, потому что по всему миру сейчас будут накручиваться оборонные бюджеты.